Стратегии развития российской торговли на ближайшие пятилетия особое значение придается оптовым рынкам. Именно оптовые рынки позволяют равномерно и своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию как по краю, так и за его пределы. За последние 5 лет на Кубани число рынков и ярмарок увеличилось на треть, а всего их работает более 1000 в Краснодарском крае. Все дело в том, что такой формат торговли очень нужен и востребован. Поэтому открытие оптового рынка в Славянске на Кубани в районе Южного объезда, недалеко от пункта весового контроля, не могло остаться незамеченным. Представители районных и городских властей приветствовали всех собравшихся на открытие и пожелали сотрудникам рынка всего самого доброго. Администрация рынка сделала правильный шаг, грамотно воспользовавшись этим, и приняла решение открыть подобный объект вот именно на этой площадке. Я думаю, что этот объект в будущем зарекомендует себя. Однозначно это место станет, я уверен, популярным среди гостей и жителей не только нашего района, но и в целом наших соседних муниципальных образований. Нужный объект, красивый объект. Я думаю, что здесь будет, он будет востребован. Хочу пожелать руководству процветания и всего-всего самого хорошего. Лучшие творческие силы муниципалитета, в том числе артисты народного мужского ансамбля «Самородок», выступили на открытии. Впереди у оптового рынка Южный хорошие перспективы. В этом не сомневается его руководитель. Действительно, место перспективное, потому что федеральная трасса, близлежащие курортные города. Действительно, наши сельхозники очень серьезные, подходят к вопросу очень хорошо. И поэтому, почему бы нет, почему не состояться этому рынку именно здесь? Преимущества только что открытого рынка уже по достоинству успели оценить предприниматели. И те, кто реализует здесь продукцию, и те, кто закупает здесь необходимое для своей торговли. Видно с трассы, очень удобно. Я сразу мужу сказала, смотри, как хорошо, удобно заезд. В общем, площадь огромная, территория позволяет заезжать грузовым машинам, что большой плюс для этого рынка. Ждем, конечно, пополнения здесь товара. Будем заезжать с удовольствием скупаться. Чем мне нравится этот рынок, локация рынка очень хорошая. Подъезд, выезд, как бы проблем нету. Машины будут разъезжаться, как не на других рынках, как бы знаете, что тут все четко сделано. Я думаю, что наш рынок, он будет самый лучший, самый сильный. И даже по всем параметрам он самый огромный в крае. Покупатели есть, даже по сегодняшнему дню мы продали очень много. Я благодарен, повторяюсь, как бы очень-очень значимое место. От места зависит много, как бы, зависит от руководителей. Итак, оптовый рынок Южный начал свою работу. Для того, чтобы завоевать популярность у предпринимателей и потребителей всех близлежащих городов и районов и гостей Кубани, у него есть все необходимое. Планируется обустройство прямого въезда с трассы для покупателей, что сделает посещение рынка еще более удобным. Оптовый рынок Южный работает для вас по адресу: улица Западная, дом 1, дробь 14, микрорайон Южный, вблизи весового поста, трасса на Новороссийск. Обращайтесь по телефону 8 928 04 06 090.